Дорогие друзья, братья и сестры, вот брак наступил, и к нему все готово. Молодые на месте, родители также, есть друзья и гости, родственники, есть хор, есть все необходимое. И теперь нам нужно самое главное. Вопрос, Максим, ты глава семьи? Вопрос, вот для чего вы здесь? Вот вы пришли в церковь. Это дань моде, традиции, это желание родителей. Почему вы пришли сегодня сюда? Пожалуйста, я дружка попрошу усилить. Ага, чтоб жениться. Максим, ну ты говори уверенней. Но что нужно для того, чтобы жениться? Ну, нужна невеста, нужен жених, понятно. А что еще нужно нам, как верующим людям? Пожалуйста, еще раз. Нужно Божье благословение. Спасибо, уже хорошо, что друзья подсказывают. Максим, я ни в коем случае не в своем сердце не... Не думаю, ну почему ты не можешь сообразить, что нужно сегодня? Потому что я понимаю, что ты волнуешься, у тебя это все написано на лице. И ты сейчас вообще, наверное, ни на какой самый простой вопрос не сможешь ответить. Сколько дважды два, Максим? Спасибо, ну значит еще ты здесь, хорошо. Друзья, это очень волнительный день для всех нас и для молодых, конечно же. И нам нужно Божье благословение. И они хотят, и они пришли, и они будут просить об этом Божьем благословении нашего Господа. И Господь дает. Он дающий Бог, Он добрый Бог, Он щедрый и милостивый Господь. Но Он дает тем, кто обращается к Нему, кто просит Его, и кто выполняет те условия, которые Он ставит для получения Его благословения. Поэтому, друзья, сейчас, перед тем, как мы будем говорить о Божьем замысле для брака, о Божьем плане для счастливого брака, мы попросим Божьего благословения на бракосочетание. Встанем для молитвы, помолимся. Наш Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя сердечно. Благодарим Тебя мы все, все еще живущие, ныне здравствующие, ныне присутствующие здесь, мы все благодарим Тебя за милость Твою, которая обновилась сегодня утром, за то, что мы еще живем, за то, что мы радуемся жизни, за то, что мы еще можем видеть свет нового дня в нашей жизни. Но это особенный день для наших друзей, для Максима, для Тани. Сегодня день их бракосочетания. Сегодня тот день, когда исполняется Твоя заповедь о том, что оставить человек отца и мать. О том, что нехорошо человеку быть одному, Господи, и мы снова и снова видим подтверждение Твоим словам, Твоему закону. И сегодня, Господи, мы будем читать из Твоего слова. Наше желание, чтобы эта семья была построена, чтобы эта семья созидалась по Твоему слову, по Твоим заповедям и по Твоему замыслу. И мы просим Тебя, благослови сейчас дать наставление из Твоего слова, а Ты благослови это слово принять, и принять не только молодым, но и всем нам, потому что это слово Твое, слово Божье. Господи, благодарим за Твое присутствие, благодарим за Твое отцовское доброе сердце и за Твое желание благословлять детей Твоих. Слава Тебе! Благодарим сердечно, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, дорогие друзья. Я бы с удовольствием посадил и вот этих молодых людей, как вы смотрите на это. Но я не дружков имею в виду, я имею в виду вот этого симпатичного мальчика и симпатичную девочку. Пожалуйста, вы можете пройти и сесть возле бабушек, дедушек, возле родителей. Ну, если вы готовы стоять, то вы можете стоять, пожалуйста. Итак, первый вопрос, который мне хотелось бы задать родителям. Возможно, это уже традиция, возможно, уже мы и все знаем, что раз это происходит, то, наверное,
Родители дают согласие на брак, но я хочу спросить, уважаемые родители, Виктор, Люба, Ирина, Сергей, вы благословляете своих детей на этот брак? Есть на то ваша добрая родительская воля? Слава Богу. Отлично. Хорошо, молодые люди, к вам вопрос. Вы видите волю Божью в том, что сегодня вы вместе? Вы видите, что Бог – это Божий путь, чтобы вы дальше шли вместе? Вы видите волю Божью в этом? Да. Хорошо, слава Богу. Я не случайно задаю этот вопрос, Максим, и тебе, Таня, не случайно. У меня вопрос. Максим, ты просил у Бога жену? Очень трудный вопрос. Нет? Таня, а ты просила мужа у Бога? Максим, вопрос. Тебе Бог ответил на эту молитву? А тебе, Таня, Бог ответил? А как вы думаете, Бог может давать что-то плохое своим детям? Нет. Самое лучшее. Вы верите в то, что вы сейчас получили друг друга, это Божий ответ на ваши молитвы. Хорошо, друзья, это очень важно. Я очень бы хотел, чтобы вы это понимали, и чтобы вы были благодарны Богу с первого дня до последнего дня жизни на земле, чтобы вы благодарили Бога за друг друга. Вы поняли, о чем я говорю? Чтобы вы благодарили Бога. Ты, Максим, за Таню, а ты, Таня, за Максима. Хорошо, друзья. Итак, для того, чтобы вам понравилось, как хор пел только что, торжественный такой псалом, песнь, прославляющую нашего Господа, вам понравилось, как они пели? Но как вы думаете, почему у них так хорошо получается? Трудный вопрос. Ну, у них, конечно, есть хороший регент, без сомнения. Более того, они все талантливые люди, Бог дал им талант пения. Более того, они репетировали не раз эту песню. Сколько свадеб уже прошло здесь, в Массачусетсе, я представляю, сколько раз они эту песню пели. А ночью, разбуди, они споют ее, без нот споют. Но с самого начала, когда они только начинали разучивать эту песню, им нужны были ноты. Им нужны были ноты, по которым они могли правильно исполнять мелодию. Так вот, сейчас я в руках держу ноты для счастливой, прекрасной семейной мелодии. Эти ноты написал Бог. Эти ноты придумали не люди. И вообще брак – это не человеческое изобретение. Подумали люди однажды, ну, неплохо мужчине и женщине жить вместе. Как это хорошо, как колесо когда-то придумал человек. На самом деле, в Библии мы читаем, что брак – это Божье установление. Брак – это Божье установление. Из первых страниц Библии мы читаем такие слова. Книга «Бытие», 2 глава, стих 18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И сказал Господь Бог, нехорошо. И вот, чтобы человеку было хорошо, именно по этой причине сегодня и происходит то, что происходит. Ваша свадьба, ваш брак. Я верю, что вы хотите, и ты, Максим, хочешь, чтобы тебе было хорошо. И ты, Таня, хочешь, чтобы тебе было хорошо. А еще лучше, а еще правильней, если вы настроите себя с первого дня вашей семейной жизни – не чтобы мне было хорошо, а чтобы ты, Таня, сегодня поставила себе такую цель. Я сделаю все, чтобы сделать Максима счастливым. И чтобы ты, Максим, поставил себе такую цель. Я сделаю все необходимое, чтобы Таню сделать счастливой. И тогда вы будете счастливыми. Потому что брак – это задумано Богом для счастья. Для счастья. Но что нужно для счастливого брака? Для счастливого брака нужны такие некоторые вещи. Мы сейчас о них поговорим. Ну, несколько таких моментов, о которых мне хотелось бы сегодня сказать. Ну, во-первых, написано в книге Экклесиаста. Книга Экклесиаста 4.12.
Написано так: «И нитка втрое скрученная не скоро порвется». А в нашем христианском контексте, когда мы говорим о том, что нитка втрое скрученная, нитка втрое скрученная. Ну, сегодня двое стоят перед нами. Стоит Максим, стоит Таня, и им нужно будет сплести эту крепкую нитку, которая вообще не порвется, не то что не скоро, а вообще не порвется. Но вопрос, кто этот третий, который должен быть в этой нитке? Кто этот третий, Максим, который не будет лишним в вашей семье? Ну, конечно, конечно, спасибо, Максим, правильно мыслишь. Это тот третий, наш Господь, которого надо пригласить с первых дней вашей семейной жизни в вашу жизнь, и чтобы он постоянно был этим третьим в вашей жизни. И такая нитка не скоро порвется, а, правильно сказать, она вообще не порвется. Более того, для счастливого брака еще три нити есть, важных, необходимых, три таких столба, на которых держится надежный брак. Какие три столба? Книга «Бытие», 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Вот что Библия говорит о трех опорах или трех столбах, на которых счастливый брак. Оставит человек отца и мать. И, уважаемые родители, вам надо будет помочь в этом детям. Им еще трудно оторваться от ваших столов маминых любимых, от маминой ласки, внимания, от ваших кошельков оторваться. Тоже нужно будет уже идти в самостоятельное плавание, но ваша задача им в этом помочь. Ну, об этом позже еще скажем. Оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей. То есть будет создано отдельное, независимое государство, в которое уже никто не имеет права вмешиваться. И даже самые близкие люди не имеют права. Это уже отдельное государство, живущее по своим законам, по своим правилам. И станут двое одно плоть, третья. Оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей два, и станут двое одной плотью. И если вы думаете, что вы уже завтра стали одной плотью, друзья, я хочу вам сказать, это еще не произойдет завтра. И, возможно, не произойдет послезавтра. Потому что стать одной плотью – это очень трудная работа, друзья мои, кропотливая работа. Это тот момент, когда вы должны научиться понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда. И Бог вас будет этому учить. И вот это стать одной плотью. Друзья, я не верю в то, что есть какие-то половинки, которые должны найти друг друга в этом мире. Ну, есть такое понимание, красивая легенда, что в этом мире есть какие-то половинки. И эти половинки находят друг друга, и тогда они становятся одним целым. Таня, ты не половинка. Половинка есть у таблетки, есть половинка у яблока, но ты отдельная цельная личность. И ты, Максим, отдельная цельная личность. Но перед вами стоит задача, чтобы вы двое стали одно целое. И Бог вас будет учить этому. И это станет возможным только через ту Божью любовь, которая сходит с неба, любовь, которая объединяет людей, любовь, которая источником и даятелем, который является Господь Бог. Любовь, сходящая свыше. И поэтому сейчас я хочу сказать вам, что основой счастливого крестьянского брака является любовь. Любовь. Вы знаете, друзья, Богу не трудно было бы нам, ну, каким-то образом сказать о том, что Он нас любит, людей. Ну, например, Богу не трудно было бы громким голосом с неба каждый день нам, людям, говорить: «Люди, я вас люблю». И мы бы слушали: да, Бог нас любит, это хорошо. Богу не трудно было бы из облаков на синем небе написать: «I love you».
Люди, я вас люблю. И мы бы говорили, какой наш Бог романтичный, как он это красиво сделал. Из облаков написал, люди, я вас люблю. Но, друзья, мы бы читали эти слова и думали, это неплохо, что Бог нас любит, но мы ничего не чувствуем в своей жизни, мы ничего не испытываем. Мы как страдали, так и страдаем, как нуждаемся, как решаем какие-то проблемы, так и решали. И как мы были грешниками, так и мы и остаемся грешниками. Но на самом деле божественная любовь – это не только красивые слова или красивая надпись на небе. Божественная любовь – это действие. Ибо так возлюбил Бог, что отдал, и Он сделал это ради нас. Поэтому, друзья, настоящая любовь отдает. Максим, настоящая любовь отдает. Таня, настоящая любовь отдает. Забудьте о том, чтобы принимать. Я хочу, я хочу, я хочу. Я хочу одно – любить и отдавать. И тогда это будет счастьем для вас. И что очень важно для счастливой семьи, это чтобы и ты, Таня, и ты, Максим, каждый был на своем месте. Вы знаете, очень плохо, когда человек не на своем месте. Это проблема, когда сапожник начинает печь пироги, а пекарь берется ремонтировать обувь. Это проблема, когда человек не на своем месте. Проблема, когда учитель не на своем месте, и тогда дети мучаются и страдают. Проблема, когда какой-то начальник не на своем месте, некомпетентный, но мнящий о себе очень много. Это проблема, друзья мои, проблема, когда муж и жена в семье становятся не на свое место. И тебе, Таня, Бог предусмотрел твое место в семье, а тебе, Максим, Бог предусмотрел твое место в семье. И вот несколько слов по поводу ваших мест в семье. Таня, начнем с тебя. Не потому, что мне так хочется, а потому, что об этом говорит Библия. Несколько раз в Библии Бог обращается к женам. И обращается к ним в первую очередь. И я не знаю ответ на этот вопрос, почему так, почему к жене в первую очередь. Возможно, потому что написано, мудрая жена устроит дом свой. А имя Татьяна, если я не ошибаюсь, оно обозначает та, которая устраивает. Устроительница. Так или нет, Таня? Ты знаешь значение своего имени? Та, которая устраивает. И Бог тебе поручает устраивать твой дом. Не так давно мы с вами встречались в вашем будущем или в том доме, в котором вы теперь будете жить. В этом доме все прекрасно, все замечательно, все новенькое, свежее, мебель. Еще ярлыки даже, эти магазинные ярлыки с мебели вы не поснимали, потому что вам не до этого, вы готовитесь к свадьбе. Все замечательно, но в этом доме чего-то не хватает. Не хватает уюта, не хватает женской руки, не хватает, может, каких-то занавесочек, каких-то цветочков, каких-то картинок. Короче, присутствия женщины там не хватает. Таня, не так ли? Так вот, в этом доме теперь появится женщина, и она будет устраивать свой дом. И я сейчас смотрю на твои руки, такие красивые, такие нежные руки. Так вот, в этих руках сейчас не только твой букет свадебный, в твоих руках твое семейное счастье, Таня. Твое семейное счастье. Мудрая жена устроит дом свой, написано, а глупая разрушит своими руками. И Бог говорит, что нужно жене, чтобы быть на своем месте. Читаю то, что Бог говорит. Послание к Ефесянам, 5 глава. Написано так, с 22 и 23 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Таня, что Бог говорит о любви твоей к мужу? Любить
Любить, мы уже сказали, это не просто слова, это действия, это поступки, это решение твоего сердца. Это то, что ты принимаешь решение, я буду делать вот это. Так вот, для тебя любовь к твоему мужу – это уважать твоего мужа, это почитать его, это почитать его выше себя. Перед Богом вы равны, но Бог определил ему быть главой семьи. И твоя задача делать это. И тогда ты будешь на своем месте. И тогда все будет хорошо и замечательно, и прекрасно. И тогда ваша семейная машина будет работать. Ничего в ней не перегорит. Ничего там не произойдет плохого. Катастрофы какой-то поломки. Если ты будешь на своем месте. Ты знаешь, Таня, Библия рассказывает о многих женах, которые называли своих мужей господами, например, Сара. Библия, жизнь человеческая наполнена достойными примерами. Ты знаешь, бывает так, что жены иногда бывают успешнее своих мужей в карьере, в образовании. Может быть, даже в чем-то они могут быть умнее своих мужей. Но когда жена знает свое место, это замечательно. Я часто вспоминаю историю о женщине, которую называли «железная леди». «Железная леди». Люди старшего поколения знают, о ком я говорю. Это премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер. Все знают Маргарет Тэтчер, кто она такая. Она была очень строгим политиком. Все ее подопечные, которые работали в офисе правительства, ее боялись. Она никому не давала спуску. Она требовала с них, чтобы вовремя приходили на работу и уходили с работы и к своим обязанностям. Но мало кто знает, что Маргарет Тэтчер, эта железная леди, она глубоко уважала своего мужа. Заканчивается рабочий день. Она поспешно выходит из своего кабинета, и секретарь спрашивает: «Госпожа Тэтчер, куда вы спешите?» Она говорит: «Я хочу успеть в бакалейную лавку и купить моему мужу бекон, который он любит». Секретарь говорит: «Госпожа Тэтчер, ну вы разве не можете кого-то послать туда? Вы же премьер-министр Англии!» Она говорит: «Только я знаю, какой бекон любит мой муж, и я хочу лично ему купить и порадовать моего мужа». Бывало такое, что Маргарет Тэтчер задерживает своих министров, и они долго заседают, до позднего вечера. Сидят министр обороны, министр образования, министр экономики. И вот они решают государственные вопросы, открывается дверь, входит супруг Маргарет Тэтчер и обращается к ней, просто как у них принято в семье, он называл ее Мэгги. И он обращается и говорит: «Мэгги, хватит мучить этих достопочтенных господ. Время уже позднее, пора заканчивать». Госпожа Тэтчер не говорит мужу: «Закрой дверь с обратной стороны», как одна жена мужу, я знаю эту историю, сказала. Она встает и говорит: «Господа, заседание, наше совещание закончено, до свидания, все расходимся по домам». Вы знаете, друзья, это удивительно. Поэтому, Таня, кем бы ты ни стала в этом мире, как бы ни сложилась твоя профессиональная карьера, может быть, ты достигнешь каких-то высот, но в своей семье ты будь на своем месте. Это то место, которое поручил тебе Бог. Устроительница домашнего очага и та, которая любит и уважает, почитает своего мужа и повинуется ему во всем. Ты скажешь: «Но я не всегда буду с ним согласна». Да, Таня, ты можешь ему об этом сказать, но последнее слово остается за кем? За Максимом. Молодец, ты все правильно поняла. Таня, я хочу тебя спросить, вот сейчас перед лицом Бога, перед лицом братьев и сестер, родственников, родителей и перед лицом твоего мужа, в первую очередь перед твоим мужем, ты обещаешь исполнить это Божье слово, которое Бог тебе сегодня повелевает? Только посмотри ему в глаза, посмотри. Максим, ты ей посмотри. И скажи ему это, что ты обещаешь. Слава Богу. И сказал народ: «Аминь, аминь». Максим, что касается твоего места в семье,
Об этом можно долго говорить, но я хочу сказать самое главное, то, что Бог говорит дальше из этого текста. Послание к Ефесянам, 5 глава, мы продолжаем читать эти же стихи. С 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Как и Господь церковь. Максим, для нас, мужей, все очень просто. Для нас, мужей, есть пример. Как Христос любит церковь? Во-первых, Он отдал Себя за нее. Он пожертвовал собой. Он посвятил Себя ей. Следующее, написано, что Он питает и греет ее. То есть Он заботится о ней. И твоя задача, как мужа, быть на своем месте, заботиться о ней, любить ее нежно, как пишет апостол Петр, чтобы мужья поступали со своими женами благоразумно, как с немощнейшим сосудом, как с хрупким сосудом, поэтому очень осторожно. Максим, любовь не терпит суровости. Написано, мужья, не будьте суровы к своим женам, не будьте излишне строги, излишне требовательны. Глава семьи, Максим, ты посмотри на меня, пожалуйста. Я люблю видеть глаза. Извини. Глава – это не главарь. Не главарь. Это не диктатор. Это не тот, который главнокомандующий, только команды налево-направо раздает. Глава – это тот, который берет на себя ответственность. Это тот, который берет удар на себя. Если вдруг случится такое, что вы заведете собаку, и твоя собака покусает соседского ребенка, кто пойдет с соседями разбираться? Ты жену пошлешь, скажешь, пойди разберись. Или ты пойдешь туда? Ты пойдешь, очень хорошо. Или ваш ребенок разобьет окно у соседей, кто пойдет решать эту проблему? Ты пойдешь. Хорошо, Максим, ты берешь на себя ответственность. Ты должен это помнить, ты берешь на себя ответственность быть главой, Бог тебе поручает. И для тебя главой кто является, Максим? Кто глава для тебя? Господь, все правильно. Ты повинуешься Господу, Таня повинуется тебе, и в этом и есть счастье и гармония вашей семейной жизни. Но помни, любовь – это то, что дает. Любовь – это то, что заботится. Любовь – это то, что... Кстати, ты слышал когда-нибудь о пяти языках любви? На каких языках говорит любовь? Ну, ты русский знаешь неплохо, английский очень хорошо ты знаешь. Ну, а на каких еще языках говорит любовь? Таня, а ты что-нибудь знаешь об этом? Любовь говорит на языке добрых слов, хороших слов. Любовь говорит на языке служения. Служите друг другу, говорит Библия. Живите друг для друга, не рядом друг с другом, не возле друг друга, а друг для друга. Это посвящение. Любовь говорит на языке подарков. Если Господь отдал самого себя и дал нам дар жизнь вечную и спасение, то и мужья должны поступать точно так же. Любовь говорит на языке подарков. Ну, каждый день Рождество, может быть, это слишком, но надо чаще, чем на Рождество, дарить подарки. Максим, ты слышишь меня? Ты здесь? Это любить свою жену. Любовь говорит на языке времени, которое ты посвящаешь своей любимой. Любовь интересуется делами той, которая рядом с тобой. Дорогая, как дела? Как ты прожила день? Все ли хорошо? Расскажи мне. Это очень важно. Это и есть настоящая любовь. Поэтому, Максим, пусть Бог научит тебя такой любви.
И я сейчас спрашиваю Тебя точно так же, как и Таню, перед лицом Божьим, перед лицом всех свидетелей, присутствующих, и перед лицом Твоей любимой. Ты сейчас повернись к ней, посмотри ей в глаза. Ты обещаешь исполнить то Божье слово, которое Бог тебе повелевает. Скажи, пожалуйста, Таня. Аминь. И сказал народ. Аминь. Слава Богу. Друзья, время уже коротко. Пожалуйста, в знак того, что вы дали согласие друг другу, обещание дали друг другу, пожалуйста, дайте друг другу руки, правые руки, да? Правые руки. Максим, можно немножко ближе подойти к Тане? Вот так вот. Очень хорошо. И хор сейчас исполнит эту песню. Вы можете повернуться с хору, потому что эта песня для вас. Продолжайте держать друг друга за руки. Максим, развернись ко мне, пожалуйста, вот так вот, да-да-да, и можешь ближе подойти, ближе к Тане. Еще буквально несколько минут, и мы совершим молитву, и это твоя жена. Если ты еще не осознал это, Таня и Максим, общие советы для вас. Чего боится любовь? Любовь не терпит ни прощения. Она несовместима. Любовь разрушается непрощением. Любовь разрушается обидой, которую мы долго носим в сердце и даем ей место. Любовь разрушается подозрительностью. Мне сложно представить себе ситуацию, когда жена моя приходит, и я выждал момент, когда она куда-то отлучилась, я начинаю рыться у нее в сумочке. Нет ли у нее чего-то там, записочек каких-то от других мужчин, или в телефоне проверять ее переписку. Вы знаете, мне это и в голову не приходит. И точно так же ей не приходит в голову проверять меня и спрашивать, кто это с тобой разговаривал? Почему она не захотела, чтобы я была рядом? И так далее. Друзья, доверяйте друг другу. Любовь боится суровости. Любовь не терпит. Таня и Максим, когда вы женитесь не только друг на друге, но вы женитесь на многочисленных родственниках друг друга. И у тебя, Таня, добавляются родственники Максима,
А у тебя, Максим, добавляются родственники Тани, и вы должны их тоже вмещать. И тоже не было, чтобы разделение, это твои, это мои. У вас общие родственники. Таня, я тебя хочу спросить, как ты теперь будешь называть Сергея и Иру? Как ты их будешь называть? Мама и папа. Замечательно. Максим, а ты как будешь называть Виктора и Любу? Слава Богу, очень хорошо, очень правильно. Уважаемые родители, Виктор и Люба, а как вы теперь будете называть Максима? Слава Богу, принимайте. В вашей семье добавляется еще один сын. Ирина и Сергей, а как вы Таню будете называть? Слава Богу, примите еще одну дочь в вашу семью. Слава Господу. Уважаемые родители, маленький вам совет, или, думаю, вы уже опытные родители, это у вас уже, я так понял, и в вашей семье вторая серия, третья серия, вы уже опытные, а у вас это вторая серия, и вы уже знаете, что такое сваты. Поэтому любите друг друга, сваты, поддерживайте друг друга, общайтесь, и самое главное – у вас всегда будет желание помочь вашим детям. Возможно, они будут нуждаться в какой-то помощи, в каком-то совете. Но запомните одну врачебную заповедь, которая есть у врачей. Помогая, не навреди. Помогая, не навреди. Излишним вмешиванием в дела семьи, излишними советами. Почему вы так не делаете, как мы вам говорим? Сделайте обязательно. И так далее. И не настраивайте молодых друг против друга. Возможно, кому-то из детей по какой-то причине захочется пожаловаться вам, как родителям, на вторую половину. И когда они это будут делать, вы их послушайте внимательно. Да, доченька, да. Очень плохо, что такое случилось. Но это твой муж, и ты должна его любить. И мы тебя не выгоняли замуж, ты сама пошла добровольно, поэтому люби его, пожалуйста. То же самое, Сергей, Ира, вдруг Максим когда-нибудь, ну, мамину жилетку захочет поплакать и что-то сказать, то и мама, и папину, то и папа, и мама, имейте мудрость. Скажите так, Максим, легко любить котенка, пушистого, мягкого, но иногда у нас в руках вместо котенка оказывается ёжик. Максим, и чем больше колючек у ёжика, тем больше надо любить этого ёжика. Ты понял меня? Еще больше. Поэтому, пожалуйста, имейте мудрость и не разрушайте счастье детей, а созидайте. Хотите дать совет, давайте. Ну, а поступят ли они в соответствии с их советом, с вашим советом, это их дело. Итак, уважаемые родители, вы обещаете своим детям, что вы будете стараться быть хорошими родителями и работать только на благо и созидание этой семьи. Слава Богу. И сказал народ: аминь. Друзья, все, мы подходим к ответственному моменту. И сейчас мы будем совершать молитву. И помолятся родители в первую очередь, как обычно. Помолятся родители Тани, вот так вот. Мама Тани, мама Люба, Виктор, потом Ирина и потом Сергей. Потом у нас будет время, когда помолится жених с невестой, так, жених с невестой. И потом будет молитвенная песнь хора, и после этого я уже совершу заключительную молитву и попросим Бога. Бог, не я сегодня сочитываю вас, а Бог. Друзья, и самое последнее, что я важное хочу сказать, и вы, может, скажете, зачем вы нам это, дядя Юра, говорите? Но я скажу, друзья, верующие люди не разводятся. Что Бог сочетал, того человек, да, не разрушает. А если верующие люди разводятся, то, наверное, кто-то из них становится неверующим. Но верующие люди, Максим и Таня, верующие люди не разводятся. Аминь. Аминь. Хорошо, мы встанем для молитвы. Пожалуйста, микрофончик дайте родителям.
Отец мой небесный, слава тебе, великая благодарность за этот день, что мы пришли на это место просить твоей милости, благословения твоего на жизнь наших детей. Мы в первую очередь благодарны тебе, что когда-то ты послал нам Танечку, что ты дал нам ее, эту доченьку, что она росла доброй, хорошей, послушной девочкой. Благодарим тебя, Господи, за это. И сейчас я прошу тебя, Господи, отдаю тебе в руки ихнюю жизнь. Ты веди их, Господи, чтобы она также была послушной, верной, доброй женой для мужа своего, для Максима. Прошу тебя также и нам, Господи, мне пошли мудрости правильно поступать, правильно помогать, только советами, Господи, не вмешиваться в ихнюю жизнь, только если помочь, Господи. Поэтому мы приглашаем тебя, Господи, и на пир брачный, также благослови там все. Благослови, Господи, этот день до конца. Благодарность тебе, великая слава, мой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отец и Бог наш, мы в этот день так благодарим тебя, что мы дожили до этого часа, до этого дня. Мы так переживали все, ты знаешь, ты видел, что у нас в сердце, что у нас в душе. Мы сейчас преклоняем пред тобой свои сердца, свои колени, что ты Бог наш, что ты послал нам в жизнь свое благословение, что мы это видим, что мы это ощущаем, что ты послал нам детей, послушных нам. Все находятся в твоей руке, и мы счастливы от этого. Просим тебя также и сейчас. Благослови, Господи, дочь нашу. Благослови также ее мужа. Благослови наших детей и в этот день, и в предстоящие дни. Ты знаешь, сейчас сколько переживаний, сколько всего предстоит нам всем. Дай нам мудрость и терпение, Господи, принять в наши сердца новых родственников, новых детей. Максим теперь наш сын, и мы рады этому, что у нас в семье пополнение. Просим тебя также, останься с нами и в этот день, в этот прибудь с нами на пиру, будь нашим предводителем, нашим отцом, нашим пастырем. И мы будем тебе безмерно благодарны и счастливы быть с тобой рядом всегда и везде. Да прославится имя твое, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Господь наш и Отец, и так тебе сердечно благодарна, Господи, за этот еще один подарок нашей жизни, за этот день, который ты послал нам, Господи, за то, что ты его так чудно благословил, Господи, так тебе благодарна, что ты мне когда-то послал и Максимку, сына, Господи, что он вырос, Господи, что он пришел в возраст, Господь дорогой, что он познал тебя, так тебе благодарна, Господь дорогой. И благодарю тебя, что ты посылаешь нам еще одну дочечку, Господи. И очень прошу тебя, чтобы ты их благословил, Господи, своим благословением, Господь дорогой. Пошли им, Господи, страха, мудрости, ответственности, Господи, любви и верности, Господи. Благослови их весь путь, Господи, чтобы они жили для друг друга. Самое главное, чтобы они жили для тебя, Господь дорогой. Чтобы они служили в церкви, Господь дорогой. Очень прошу тебя, чтобы ты послал им деток, когда ты посчитаешь нужным, Господь дорогой. Прошу тебя благословить всех нас и всех присутствующих. Также я прошу тебя, чтобы ты благословил пир, Господи, чтобы все прошло во славу твою. За все тебе благодарность, мой вечный Бог. Аминь. Отец наш небесный, хвала тебе, слава, благодарение за то, что ты у нас есть. За то, что мы некогда познали Тебя, и Ты милуешь, благословляешь, даешь свое благословение в нашей жизни. Благодарим Тебя, что Ты послал некогда нам Максимку, и что Ты благословил всех наших детей, и особенно сейчас благословляешь его. И просим Твоего благословения
на этот праздник, Господи, и благодарим Тебя, что Ты посылаешь нашу семью. И еще одну дочечку, за Таню благодарим, за новых родственников, которые мы получаем от Тебя, за все Тебе. Хвала Тебе и слава. И мы много получили благословения в своей жизни, и хотим также, чтобы и эта новая семья Максима и Тани также получила это благословение, что Ты благословил их, благословил их пути, чтобы они стремились к Тебе, чтобы Ты был пастырь, руководитель, чтобы они держались Тебя. И все это стремление в их жизни было сосредоточено было с Тобой, чтобы они советовались с Тобой, жили для Тебя, Господи. Благослови, сохрани, помоги нам, Господи, для них быть примером, чтобы они брали с нас примером, особенно с Тебя. Благослови, сохрани их, благослови все оставшееся служение, весь этот пир, брак. За все Тебе хвала и слава, за то, что Ты в нашей жизни есть, прибудь со всеми нами. Аминь. Дорогой наш Господь, за этот день, чтобы мы все благополучно дошли до сегодня, до сегодняшнего дня, чтобы мы все хорошо прошло сегодня. Благодарим Тебя за такие добровольные родители, что будут ухаживать за нами, что будут следить за нами, будут помогать нам. Господи, помоги нам, чтобы у нас в пути все хорошо было, чтобы у нас все счастье было хорошо, чтобы Ты в нашей жизни был. Чтобы мы могли расти вместе, и чтобы мы любили друг друга больше и вместе с каждым днем, чтобы мы прощали друг друга, Господи, чтобы родители всегда вместе с нами были, чтобы они рядом были, чтобы помогали нам, Господи. Мы хотим молиться Тебе, Господи, чтобы Ты нам помогал, чтобы у нас все хорошо, благополучно было, Бога Отец на достой. Аминь. Отец, мы сможем, Брюти Господи, все, Господи, Брюти Господи, что Ты благословил нас на этот день, Господи, что Ты, Господи, даешь, Господи, здоровье, Господи, Брюти Господи, за Таню, Господи, дам мне ее, Боже, Брюти Господи, благослови, Господи, нашу будущую семью, Господи, и будущую жизнь, Господи, прибудь нас с нами на этот путь, Боже, слава Тебе, все, Боже, Брюти Господи, за Таню, родители, Господи, и моим родителям, Боже, берите, Господи, за это. Слава Тебе, все, Боже, Господи, что Отец Небесный. Аминь. Дорогой наш Отец Небесный, Господи, славим Тебя, поклоняем Тебя, Тебе величаем Тебя, наш Бог и Творец. Приходим к Тебе и сердечно Тебя благодарим, и радуемся сегодня вместе с друзьями нашими, молодыми. Благодарим Тебя, Боже, за то, что Слово Твое исполняется, и закон Твой живет. И сегодня мы свидетели этому чуду, двое становятся одно. Максим и Таня, они просят Твоего благословения, они обращаются к Тебе, к Отцу Своему, и просят, благослови их, Боже. И мы просим во имя Иисуса Христа, во имя Твоей заповеди, как Ты повелел,
Господи, мы просим, благослови жизненный путь этой молодой семьи. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил их любить друг друга Твоею любовью, чтобы Ты благословил их отдавать, чтобы Ты благословил их быть каждому на своем месте. Господи, на помощь Твою надеемся, понимаем, что без Тебя ничего не можем делать, поэтому благослови Максима и Таню быть хорошими христианами, чтобы их брак тоже был хорошим. Боже, Тебя об этом просим, к Тебе обращаемся. Слава, слава Тебе за все великий вечный Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, братья и сестры, и очень торжественный, важный момент. Я объявляю Максима и Таню мужем и женой. И в знак случившегося, в знак того, что вы теперь супруги, пожалуйста, поцелуйте друг друга супружеским поцелуем. Друзья, сейчас наше собрание торжественное заканчивается. Сейчас хор поздравит наших друзей, петь поздравления. Вы повернитесь, пожалуйста, к хору. А после этого, конечно же, родители в первую очередь подойдете к детям, поздравите. И после этого все остальные друзья, все желающие, у вас будет такая возможность. Пожалуйста, родители, проходите, поздравляйте детей. Дорогие друзья, большое спасибо, что вы пришли на наше бракосочетание. И кто хочет поздравить, поздравьте. И чтобы не расходились, потом на брачный пир всех приглашаем.